Специально для новострой СПБ «Тайный покупатель» провел расследование в микрорайоне «Чистое небо». Новостройка возводится в Приморском районе Санкт-Петербурга, в 10 минутах езды от станции метро «Комендантский проспект». Девелопер – компания «Settle City». Тип проекта – «Монолит кирпич». Микрорайон «Чистое небо» – это проект комплексного освоения территории, предполагающий строительство более 1 000 000 квадратных метров жилой недвижимости на участке площадью 100 гектаров. В рамках проекта также появится 14 объектов социальной инфраструктуры – детские сады, школы, магазины, спортивные и игровые площадки. Покупателям предлагаются студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры площадью от 24 до 78 квадратных метров. Это конечная остановка 179-й маршрутки. Здесь все достаточно живо выглядит. Люди ходят, дети, то есть уже кто-то здесь заехал. Вот. Вот вижу мастерскую маникюра, ресторан здесь есть, сервисный центр, кафе. На той стороне тоже какие-то вывески. В общем, район выглядит вполне живым. Здесь рядом продаются строительные материалы, товары для ремонта. Это удобно для тех, кто купил новую квартиру. Так. А вот здесь у нас стройка. Видимо, новая Каменка. Дорога здесь, конечно, сейчас ужасная. Я иду по снегу, ничего не вижу. Такое чувство, как будто идешь, ну, почти по стройке. Вот я пробираюсь через такие завалы. Иду буквально по следам на снегу. И вот постепенно, кажется, я уже приближаюсь к нашей стройке. Вот большой плакат Settle City. А дальше видны огоньки. Горят фонари. И слышны звуки стройки. Ну, пройти, конечно, сюда было непросто. Я думаю, что здесь есть поудобнее подъезд на машине, но пока я его просто не нашла. От маршрутки, которая идет до юбилейного квартала, приходится добираться вот именно так. Так, ну хорошо, пойдем дальше. И дорога здесь довольно приличная, ровная, грунтовая. Тайный покупатель оценил надежность девелопера в 9 баллов из 10. Предложенная схема покупки оценивается в 8 баллов. Рассрочка на 36 месяцев, ипотека. Те же 8 баллов новостройка получает за цены и планировки. Кроме объектов инфраструктуры, которые девелопер строит в самом микрорайоне, в шаговой доступности уже есть магазины, супермаркеты, аптеки, рестораны. 8 баллов за инфраструктуру. В будущем рядом с микрорайоном планируется строительство станции метро «Шуваловский проспект». Безусловно, это позитивно отразится на транспортной доступности, но пока лишь 6 баллов. Оценки по другим параметрам, а также все подробности проверки микрорайона «Чистое небо» читайте на сайте «Новострой СПБ».